Вот распорочка. И как сюда вот болт засунуть? Кто-нибудь мне объяснит? Что там вот? Распорки взяты не бесплатно, взяты за деньги. А с ней шла? Где закладная? Вот и как ее туда засунуть, если там даже болт туда не засунуть адекватно, как бы. Но вот это еще отверстие более-менее, а вот это-то она вообще даже вон сверлом зацепил низ усилителя вот этого, который там есть, вон он, палец мой. То есть, ну приварит ее маленько, чуть повыше, вот, ну, блядь, на 2 сантиметра у тебя тут запаса, просто до ебени матери. Пиздец вообще. Особенно вот эти непровары прям меня вообще смущают. Пошел с рассверливать эти вот сразу бы нормальное отверстие было бы, чтобы можно было родной болт с центровочной втулкой, вот и с буртом закрутить, еще пришлось рассверливать все.